Дорогие зрители, рада приветствовать вас в этот жаркий июльский день. С вами Наталья, вы смотрите прогноз погоды на канале InDubai. Мы с вами находимся на территории отеля Rixos, расположенного на острове Пальм-Джумейра. На улице очень жарко, сегодня температура достигла отметки 45 градусов. В целом климат в Объединенных Арабских Эмиратах – это сухие субтропики. Каждый день светит солнце. Температура колеблется от 35 до 50 градусов, но кондиционеры есть везде и всюду, и жара переносится легко. Климат в Эмиратах имеет одну особенность. Здесь содержание кислорода в воздухе на 20% ниже, чем норма, к которой мы привыкли в России и странах СНГ, поэтому некоторые туристы могут испытывать небольшую сонливость и вялость. Температура воды в летние месяцы, как в теплом джакузи, 35 градусов. Но многие отели летом воду в бассейне охлаждают до 26 градусов, а зимой подогревают до этой же температурной отметки. На побережье влажность воздуха может достигать 95%. Это влечет за собой запотевание объективов и фотоаппаратов, а также очков. Следует обращать на это внимание перед съемкой и всегда иметь перед собой платок, чтобы быстро устранить влагу. Из-за повышенной влажности и высокой температуры воздух не такой прозрачный, и дома на расстоянии подобны туману. Положительная черта летнего сезона в том, что цены на проживание и перелеты туристов в летнее время значительно снижаются. Также в летнее время проходит фестиваль «Дубайские летние сюрпризы», манящие разнообразием, развлекательные шоу, распродажи и конкурсы. Для безопасности выхождения вне помещения днем настоятельно рекомендуется носить головные уборы, а также солнцезащитные очки. Солнцезащитные крема рекомендуется наносить, когда вы идете не только на пляж, но и на протяжении всего дня. Многие задаются вопросом, что делать в Дубае летом. Летом, по указу правительства Дубая, существенно снижаются цены. А также существуют различные акции, которые позволяют отдохнуть в Эмиратах значительно дешевле. Но качество обслуживания от этого не страдает. Все остается на лучшем, самом лучшем уровне. Также существует программа Kids for Free. Дети бесплатно. Проводится под эгидой департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, а также авиакомпания Emirates. Обычно с середины мая по конец сентября более 80 отелей являются участниками этой акции, условием которой, например, два ребенка могут проживать в отеле бесплатно, правда, при условии не менее 3 ночей и в сопровождении 2 родителей. Программа предусматривает бесплатные завтраки, обеды, ужины, перелет авиакомпании Emirates, трансфер из аэропорта в отель, скидки в Дубай Молле, книжка ваучеров в Дубай Молле со скидками, а также различные аттракционы и конкурсы. Летом также проводится семейный фестиваль, который называется «Дубайские детские сюрпризы». Многочисленные распродажи, которые принимают более 2500 магазинов, а скидки могут достигать 70%. Надеюсь, информация, предоставленная нами о погоде летом в Дубае, для вас оказалась полезной. Не бойтесь жары, приезжайте в Дубай, мы будем рады встрече. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока-пока!